Всем привет, канал Мосолим. В работе сегодня у нас Renault Duster на шумоизоляцию 4 дверей. Двери разобрали, поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили. Вот разобранные у нас двери. Абсолютно голый металл, ничем не обработаны двери. Никакого ни вибропоглощающего, тем более шума поглощающих материалов нет. Будем исправлять. Первый слой вибро смонтирован в двери, внутренняя поверхность двери вся проклеена и прокатана валиком. Проклеили второй слой шумопоглощающий на все четыре двери. Шумоизоляция готова. Собираем. Все, собрали двери, поставили на место обшивки. Никаких следов сбора разбора не оставляем. Даем 3 года гарантии на нашу работу. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока.